Всем привет! Нам потребуется 50 грамм копченой курицы, плавленый сливочный сыр и виноград разноцветный. Виноград разрезаем на маленькие кубики. В миску добавляем 1 столовую ложку сливочного сыра и все хорошо перемешиваем. Готовую начинку выкладываем в тарталетки. Посыпаем тертым сыром. И выкладываем виноград в форме елочки. Украшаем красными ягодками и укропом. Получается невероятно вкусная новогодняя закуска. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!